Ночная игра. Ребенок спит, жена еще не пришла с работы. В опасном месте я стою. О. Что это? Паутина была натянута. Такого я еще не видел. Опасен. Крипер очень опасен. Топора у меня с собой. А, топор есть. Классно. Яблочки. Ладно, нету яблочек. Сосна. Зомбака сейчас я грохну. Ой. Ой. Ой, в меня летят стрелы. Опасности. Так, два ведра возьмем отсюда. Цветочки мне не нужны, что есть камень. Спрячу. Так, мне нужны по ходу дела изгороди. Так, это мне не надо все. Так, это не надо. Факела мне нужны. Дверь нужна? Наверное, да. Пойти. Вот этот.
Палки дерева есть у меня? Какая-то есть. Надо дерево. Починил меч. Починил. Так, палки. Палки не нужны. Пошел я за деревом пока. Трава мешается, я ее убираю. Паучок. Три удара. Так, надо сосну срубить. Сейчас буду рубить сосну. Сколько получится дерева? Посмотрю. Там ворота. Квадратное солнце.
Пора ломается. Саженца и 109 древесины. 108 делим на 4. 22. 27 блоков в высоту. Okay. Дерево. Так, 109, 108 делим на 4. 108 пополам. 59 пополам. 24 блока в высоту. Топор весь сломался. Вот так. Лопата есть. Есть кирка, есть лопата есть. Саженцы надо посадить где-нибудь. Вот здесь. Так, здесь саженцы тоже есть какие-то. Упали.
Один. Кот орёт. Крипер подсказал.
Так, три двери. Зомби меня не видит. А этот видит. Главное, чтобы не было крипера. Кого я больше всего должен бояться?
Посмотрю, как там. Крипер. А, вот такой дизайн. Раз, два. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Готово. Кило больше нет, я в шоке. Фу, все закончилось. Ладно, буду смотреть фильм «Видок».
Сейчас я посмотрю. Это ловушка для зомби. Пора копать. Здесь нет угля. Все, угля нет. Надо искать. Так, копать. Иду копать. Меч. Хлеб. Меч. Какой? Факел. Все. А, железная кирка нужна. Лестница к земной коре. Все, здесь я останавливаю запись.